Пить в одиночку в номере в субботу, в туманный день в Измайлове, в Москве, до донышка исчерпывая квоту, рыдание и бессилие, как скверно мне. И ни советчика, ни друга вокруг, нацмены, стервы, стукачи, в парном тумане тонет вся округа, в молочной мгле плутают палачи. Я вне игры, вне суеты и споров, я покидаю в полночь корпус Б. Дойду ли до Покровского собора на таком тумане, видимо, судьбе угодно гнать и гнать меня по свету, и будоражить душу по ночам, указывать во мраке путь поэту и пищу ненасытным палачам.